провести досуг с семьей Ульяновых, увидеть артефакты первого Ленинского музея, послушать музыку. Акция «Ночь музеев» каждый год привлекает все больше ульяновцев. Многие в рабочей суете не могут найти время на выставке, а вечером выходного дня в музей приходят с семьями и компаниями. Тема этого года – история и истории. Музеем Ленинского мемориала было что показать и рассказать жителям и гостям города. Мы участвуем в этой акции не первый год. Это такая традиционная акция, и посетители уже ее полюбили и очень ждут. И приходят с большим удовольствием посмотреть на экспозиции, на новые выставки, поучаствовать в разных мероприятиях. Дом музея Ленина в этом году отметит свое столетие. Ночь музеев дала старт серии экскурсий о первом Ленинском музее в мире. Экскурсоводы рассказали гостям об истории дома музея, историях его создателей, жителей и знаменитых посетителей. В соседнем павильоне гараж СССР ретро-мототехника ждали детей и их родителей. Для них проводили мастер-классы по созданию машин, рассказали об инженерах-конструкторах мотоциклетных заводов. Мы второй год здесь. Нам очень понравился гараж. Мы сейчас были на мастер-классе, сделали, расписали с моими детьми две машинки. Сейчас у меня дети находятся на мастер-классе «Отнеси журавлика письмо солдату». Сейчас они делают это очень здорово и очень интересно, проходят мастер-классы. На летней эстраде усадьбы семьи Ульяновых гости «Ночи музеев» наслаждались выступлениями музыкальных коллективов. В квартире музея семьи Ульяновых проводили экскурсию по выставкам «Путешествие в детство» и «Новая история Симбирско-Ульяновска». А детей приглашали поучаствовать в играх «Достопримечательности России» и «Финансовая азбука». Анна Тищенко, Улправда ТВ.